Перед нами автомобиль Джили Манджаро. Данный автомобиль гибридный. Наша компания была произведена адаптация на русский язык и установка приложений для пользования нашим клиентам. Соответственно, вот Джили Манджаро, вот с такой красивой решеткой. Соответственно, вот мультимедиа-система данного автомобиля. Здесь мы видим подтверждение тому, что это автомобиль гибридный, то есть видим рекуперацию энергии. Пройдемся по меню. Увидите качественно переведенное меню. Автомобиль полностью на русском языке. Все пункты под меню. Все на русском языке. Переходим во вкладку приложения. Здесь мы уже видим установленное приложение Кинопоиск, Тугис, Музыка, Антирадар и, собственно, остальные. Также здесь возможна установка телематики. В данном автомобиле сим-карта вынута. Здесь есть также доступ по Wi-Fi. Подключение по Bluetooth, регулировки звука, регулировки дисплея и системы. Также здесь прекрасно работает круговой обзор. Еще посмотрим на приборной панели все меню. Соответственно, переключаем на кнопках руля режимы. На приборной панели все на русском языке. Также на правой стороне от приборной панели есть меню, они тоже все на русском языке. Работу выполняла компания Xanavi.ru, Санкт-Петербург. Спасибо за внимание.